На долгожданную первую линейку в школе 7-летнего Матвея папа так же, как и сегодня, нес на руках. 1 сентября в этом году мальчик ждал с нетерпением. Из-за диагноза ДЦП в детский сад Матвея не брали, а желание общаться и учиться со сверстниками только росло. Матвей, какое сейчас время года? Помогаем Матвею все вместе. Девочки. Осень. Особенным Матвей остается и в стенах коррекционной школы. Место за партой делит не с одноклассницей, а с мамой. Именно она – ноги, руки, а порой голова мальчика. Вместе они учатся писать и считать, лепить из пластилина и ежедневно преодолевать себя, отправляться искать первых верных друзей. Мальчик достаточно доброжелательный, дружелюбный, идет на контакт как с учителем со мной, он идет на контакт с ребятами. Ребята спрашивают постоянно, что Матвей приедет там или мальчик, кто-то если забывает. Ну что, пойдем стоять? Молодец, пошли. Ходит Матвей пока только верхом на маме. Из-за повышенного тонуса в мышцах ног не то что делать шаги, стоять самостоятельно удается только в специальной опоре. Чтобы избежать контрактур и укрепить мышцы, после школы мальчик отправляется в домашний спортзал. Ежедневные тренировки доходят до 1,5 часов. Стоя, Матвей успевает и поиграть в любимый планшет, и почитать книжки, и поговорить с мамой. Синий, желтый, красный. Это да, в ответ родители Матвея ждали не один год. О том, что их долгожданный сын будет особенным, узнали сразу. Но насколько тяжелая степень ДЦП, специалисты не предупредили. Мальчик не только не мог самостоятельно двигаться, но и, казалось, не понимал обращенную речь. Доказать обратное удалось логопеду. Познакомившись с Матвеем около 4 лет назад, учитель стал первым другом и проводником в мир звуков. Как у тебя дела? Хорошо, здорово. Речь Матвея может понять далеко не каждый. Из-за особенностей развития специалисты подобрали для него индивидуальный способ выразить себя. А именно этого и недоставало мальчику с сохраненным интеллектом. Он не говорит все согласно, он не может их сказать, потому что он имеет парез корня языка и парез полностью языковых мышц. Но то, что когда он начал нам, например, говорить звуки заднеязычного плана, это очень хорошо. Говорит он в основном с гласными. То есть именно вот эти гласные и помогают услышать интонацию. Добившись таких успехов, родители Матвея уверены, впереди у их сына еще много открытий. Но сейчас большую часть времени мальчик вынужден проводить сидя. Из-за гиперкинезов, сопутствующих основному диагнозу, Матвею не подходят обычные детские стулья. Мальчик нуждается в комфортном и безопасном оборудовании, приобрести которое самостоятельно семья не в силах. У нас еще и гиперкинетическая форма, которая просто не дает физического развитию развиваться так, как хотя бы вот какие-то, может быть, немножко бы с поддержкой, но он сидел бы как-то. Хотелось бы, чтобы, да, вот крепче стала вот его спинка, голова окрепла. Конечно, это всего хочется, хотя бы, чтобы вот сидел, чтобы руками работал. А от этого уже можно отталкиваться и дальше. Всей душой мы верим, что все будет хорошо. По-другому, потому что нельзя. Помочь Матвею Швецову сегодня может каждый. Стоимость нового удобного кресла – 171 450 рублей. Сумма огромная для одной семьи, но посильная для миллионов. Отправляя смс-сообщение на номер 7878, со словом «Чудо» вы можете пожертвовать любую сумму на помощь Матвею и другим участникам проекта «Ты ему нужен». Оказать поддержку и познакомиться с нашими маленькими героями можно также на интернет-сайте www.helpdefeasedchildren.net. Вместе мы можем больше. Сегодня именно ты нужен Матвею Швецову.